Аллилуйя! Слава Богу Святому, друзья! Приветствую всех вас! Аллилуйя! 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 Слава Богу Святому! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Друзья, я сейчас в поезде. Еду с Твери в Тулу домой, да, и вот вышел в тамбур, можно помолиться здесь, никто не мешает, и я никому не мешаю, да, вот в тамбуре уединение с Господом, да, и вот благословляю, да, решил видео тоже записать в этой молитве, благословляю всех вас, благословляю всех, кто молитвенно и финансово участвует в моем служении Господу в этих поездках. Слава Богу, да, в реформации и православии, и вообще всего мирового христианства. Аллилуйя. Да, здесь какая-то станция, проезжаем станцию. Еще одну. Интересно. Не, очень быстро проезжаем, даже не успевая прочесть, что за станция такая. Ну, я между, получается, Тверью и Москвой сейчас. Потому что поезд идет через Москву. И до Тулы, ну и дальше. Это белгородский поезд. Санкт-Петербург и Белгород едет поезд. Поэтому благословляю и Белгород. И там у меня друзей много, да. Слава Богу, да, детей Божьих. И Санкт-Петербург благословляю, да. Даст Бог в северной столице, так и скоро побываю. Молюсь о поездке на север. Да, в этот раз не доехал до Петербурга, но был вот в Твери. Очень рад знакомству, друзьям здесь моим. Вот молюсь за них сейчас тоже в этой поездке, сейчас вот в поезде. Слава Богу, что в тамбуре никто не мешает. Могу молиться, петь, прославлять Бога. Аллилуйя! 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 Спасибо, Господь, Тебе за все. Благодарю Тебя. Благодарю всех участников движения, или, как сказать, попутчиков всех благословляю во имя Господне. У меня здесь вагон, здесь, оно здесь, да, там уже следующий вагон уже. Да, слава Богу. Так что, дамы и господа, благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благословляю. И обновление в Духе Святом, обновление служения нашего происходит постоянно, постоянно. Особенно по утрам мы это переживаем. Я думаю, каждый человек, даже неверующий человек, понимает, что внутри себя, понимает, что утром что-то происходит. Даже неверующие люди повторяют порой эту поговорку «утро вечера мудренее». На самом деле, да, вот утром что-то, и свежие мысли, какие-то идеи, вдохновение. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь Святой! И молюсь за Тверь, Тверская область, но мы уже в Московской области едем, потому что мне на телефон пришло сообщение, что добро пожаловать в Московскую область, уже, да, региона приветствуют уже. Так что уже это Московская область. Вот там видна Московская область уже, да, вот. Здесь наклейки всякие, но, да. Слава Богу. Прекрасная природа Подмосковья, прекрасная природа Тверская область. Прекрасно, слава Богу. И Господь да благословит всех вас, дети Божьи. Бог да благословит во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Благословляю всех миссионеров, всех служителей Слова Божьего, несущих истину евангельскую по всем этим бесконечным, бескрайним, как мы говорим, да, просторам России и бескрайним просторам всего мира, по всему лицу земли, во всех странах, на всех континентах, во имя Иисуса Христа. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим, во имя Иисуса. Аллилуйя. Да, и, как я говорил, да, что вот идея записать здесь в тамбуре, как раз после молитвы,
тамбурной молитве, или как сказать, молитва в тамбуре. Записать видео, идея возникла именно как раз, да, потому что молюсь за тех, кто и молитвенно, и финансово участвует в служении моем Господу. Я как православный священнослужитель, реформатор, тружусь уже больше 25 лет, вот как священнослужитель православный в целом, то 34 года, с 87 года начинаю. Но первые мои годы служения до 96 года я служил как традиционный православный священнослужитель, церковнослужитель, священнослужитель. Вот, а с 96 года тружусь как реформатор, как евангелист, как проповедник, именно неконфессиональный, межконфессиональный, потому что дух дышит где хочет. Именно с этим откровением в 96-м я вышел из традиционализма. В первую очередь здесь. И потом и де юре вышел тоже. Вначале де-факто вышел, оставаясь еще традиционным священником православным, но последние месяцы, недели, особенно последние недели моего пребывания в РПЦ МП были уже совсем иными. Уже здесь, в мозгах, в сердце я уже вышел тогда, но де юре я еще не вышел. Я оставался еще священником традиционной православной церкви, но я уже не мог, знаете ли, молиться кому бы то ни было помимо Господа. Мне уже было как ножом по сердцу, знаете ли, петь там, как и я раньше пел, как и тысячи моих коллег пели и поют до сих пор еще, да. Пресвятая Богородица, спаси нас, там, святой такой-то, моли Бога о нас, ангелы, молите о нас. Не-не-не, зачем? Мне это уже, мне это не нужно было совершенно. Я уже осознал, что един Бог, един посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. То есть то откровение, с которым я изначально был, к нему я и снова вернулся, друзья. Это было в 96-м году, назад, в будущее, назад в Слово Божье. Вернулся, слава Богу, Господь развернул. Покаяние – это тшува, по-еврейски, значит, возвращение. Возвращение, прийти в себя, вернуться в себя, да. Вернуться к Богу, вернуться к истине, к основанию. Ибо никто не может положить, дамы и господа, другого основания, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Аллилуйя! Слава Агнцу Божьему! Слава Льву из колена Иуды! Слава умершему за нас, воскресшему для нашего оправдания и вновь грядущему Царю Царей, Господу Господствующих, Иисусу Христу. Хвала! Аллилуйя! Слава! Слава Агнцу Божьему! Хвала и слава! Слава! Слава Агнцу Божьему! Возвеличен Ты, достоин славы всей! Велик наш Бог на троне, поем Тебе хвалу из сердца своего. Велик и славен наш Господь, возвеличен Ты, достоин славы всей. Велик наш Бог на троне, поем Тебе хвалу из сердца своего. Велик и славен наш Господь. Аллилуйя! Слава, слава Агнцу Божьему! Тебе вся слава, слава, слава Иисусу Христу. Аллилуйя! Братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, всему истрадавшемуся человечеству дарованного, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы,
которым спасаемся. Аллилуйя. Пусть Господь благословит всех вас, дети Божьи. Пусть Бог благословит всех. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник, ходатай Нового Завета, великий первосвященник, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Да, со 119 поезда, Санкт-Петербург, Белгород, где-то на подъездах к Москве, к столице, Божьей милостью архиепископ Сергей Журлев. 7-й вагон, сидячий. Аллилуйя. Спасибо всем огромное, да, благословение Господних. Но там народ дремлет, все фактически спят в вагоне сейчас. Вот, но я молюсь и благодарю Богу, что имею возможность выйти сюда помолиться. Ну, здесь перекрещенная сигарета, значит, нельзя курить здесь, но молиться нет перекрещения. То есть молиться не запрещено здесь. Здорово, слава Богу. Так что имею возможность помолиться здесь. Аллилуйя. Да, шалом, мир вам, благодать да умножится, братья и сестры, с Богом.